Это Канзас-Сити. Послушай, отстань от меня. Со множеством людей, которые сталкиваются порой по воле случая. Почему бы тебе просто не отдать свой бумажник? Ты хочешь сказать, ты меня грабишь? А начаться это может и так. Кэт в городе. Кто он такой? Мистер Гудкэт. Он убивает людей и исчезает. Кого ищете? Этого парня. Ника Фишера. Ну и кто он? Да просто неудачник. Босс хочет тебя видеть. Какой босс? Наш босс. Это точно не я. Я живу не здесь. Но похож на того, кто здесь живет. Но вы не знаете того, кто живет здесь? Но ты, урод, на него очень смахиваешь. Ты правильно сказал. Это соседка. Что с вашим носом? Длинная история. Можете мне ее рассказать? В общем, кое-кто называет себя боссом. А можно узнать, кто вы? А я босс. А это босс. Для этого вам нужен не я. Для чего этого? Для чего вы меня позвали? А ты знаешь, для чего? Нет. С чего же ты взял, что нам нужен? Этот тип живет напротив. Они называют его Раввином. Раввин. Почему Раввином? Потому что он Раввин. Шлома тебя зовет. Я не знаю никакого Шлома. А Шлома тебя знает. Не понимаю, как вы можете быть и раввином, и гангстером? Так проще отправлять на тот свет таких, как ты. Понятно. Джош Хартнетт. Они твои друзья? Не совсем. Бен Кингсли. Где мои деньги? Я не Ник Фишер. А кто? Просто человек, совершенно случайный. Люси Ли. Тебе это нравится? Очень. Я плачу. Морган Фриман. Я хочу, чтобы ты кое-кого... Я профессионал, ты знаешь. И Брюс Уиллис. Убью обязательно. Я подумала, если вечером ты еще будешь жив, может, вместе поужинаем?